Итак, ребята, продолжаем писать наш сайт. Сейчас нам надо написать вот эту страницу. Я понимаю, что мы с вами сначала писали пост DetailView, а потом вроде бы перескочили, надо было статику подтянуть и все прочее. Но так всегда в жизни, ребят. Не бывает такого, что вот сделаю так, вообще... Идеи будут приходить, будете одно писать, второе где-то оставлять. Почему? Придумайте, вот как я вам показал, допустим, в VS Studio, вот эти вот шаблончики, да, делать. То есть это надо использовать. Ну, ладно, давайте, что мы сейчас будем писать. Мы сейчас допишем чуть позже пост-детервью, но нам все-таки надо... логичнее сразу все проверить. То есть нам у нас есть страница сейчас, мои дискуссии мы написали, теперь все дискуссии. Почему мы для этого я что вот сделал, смотрите, я пока у нас авторизация полностью не написана, чуть позже напишем, это не так важно. Я сейчас создал еще одного пользователя. Просто любого создайте пользователя. Я назвал юзер 1. Для того, чтобы мы могли проверить. Пока этот сайт оставим, а тот, который пишем. То есть, что вот мои посты мы написали, да? И обратите внимание, ребят, дизайну я вас не научусь. Меня хреновый дизайнер, поэтому мы будем с вами сосредотачиваться только на работе Django. Вот сейчас я взял дизайн, побыструхи сделал, потому что я не ставлю цель там научить дизайну. Поэтому я его сделал... как вам показывал в программе. Все работает, ну и добре. А уже дизайн будете доводить сами, уроков куча. Сейчас главное понять смысл. Значит, смотрите, что нам надо сделать, что мы сейчас будем дальше писать. Итак, поэтому по дизайну мы с вами сосредоточимся на тегах, тегах Django, да, а уже сам дизайн вот такой есть, а уже сами будете лучше делать. Теперь обратите внимание, еще раз обращаю, в жизни всегда все очень запутано, поэтому вот смотрите, вот я отметил себе, да, баг имидж исправить, когда профиль напишем, профиль мы еще не писали, мы страницу пишем. И видите, я вот делаю вот этот вот комментарий, да, Django. Если бы я его закрыл, он бы не был виден на странице. Но я специально его не закрывал, потому что когда я открываю, допустим, сейчас все посты, да, то вот у меня высвечивается, да, то есть баг имидж исправить, когда профиль напишем. То есть это я точно не упущу, понимаете? Не надо ничего запоминать. Сегодня вы здесь работаете, завтра переключились. Поэтому всегда помечайте, что, где вы делаете. И как бы вы тогда что ни делали, вы всегда упретесь глазами в то, что надо поправить. Допустим, напишите профиль, ага, вот, отлично, здесь. Здесь, видите, можете следить, тут пользователи, баг, юзер, исправить фолловинг. Тут тоже понятно, когда надо сначала представление фолловинга написать. Это опять же будет связано с... профилем, это все будет потом. Но так как я хочу, сейчас нам надо потом разобраться в чем, что когда читать полностью, то есть заняться лайками, заняться всем, то есть вот пост, да, и теперь проверим, что мы должны проверить. Вот я добавил, когда добавил пост, добавил еще одного юзера, написал от него пост. Это пост от юзера 1.
Это у нас пока не работает. Почему? На потом перенесли. Поэтому опять все посты перехожу к этому и видим, что здесь Агата, там юзер. То есть все работает. При этом давайте посмотрим еще, что должно у нас работать. Вот смотрите, вчитать полностью, все верно. То есть здесь у нас не высвечивается, мы все правильно ранее сделали, корзинка и карандашик. А вот если мы, допустим, на свои посты перейдем, то у нас высвечивается, да, то есть то, что мы делали ранее, я хотел показать, там я немножко не то сказал, что не написана функция, просто надо было создать запись. Вот, ну, бывает такое, ралики, шарики за ралики, за ролики. Вот, а здесь все работает, все окей. То есть сейчас вот это напишем, чтобы был какой-то вид, а потом уже будем доделывать, писать дальше. Просто вот на это и хотел бы еще раз обратить внимание, ребята, вот здесь я вам предлагал именно, их много разных фишек, да, здесь вот я предлагал, и мы с вами настраивали, то до 3 дерева, да, и по сути дела, если открываю, допустим, блок, а мы с вами договаривались, это только как блок выглядит, но ведь это может быть чем угодно, потому что от блога здесь практически ничего нет, это может быть музыкой, видеоконтентом, это может быть чем угодно. И пока у меня не закончатся вот эти все пометки, то есть я буду считать, что проект не завершен. Поэтому вот эти пометки у меня в одном месте, которые вот здесь, да, но они здесь собраны. Получается, я всегда вижу. Просто не надо лениться. Как правило, в большинстве своем мы можем лениться, да. Хотя я уже в последнее время перестал, не последнее, а давно уже перестал это делать, эти ленивцы, потому что это очень дорого обходится. Потом, чего там ищешь? Вот сейчас помнишь, что надо где исправить, забил себе пометочку, открыл тег, открываешь, все, она видна. В любом случае, когда будешь потом лазить по своему сайту, то в любом случае это исправишь, понимаете, да? Труда здесь большого нету, мы с вами уже делали, но тем не менее, давайте напишем, уже напишем вместе все посты, пагинацию, мы тоже ее уже делали, но потренируемся, все это пропишем. Ну все, а тех, кто начал с этого урока, spb-tut.ru, берете и начинаете сначала. Это архиважно. Здесь есть определенная вложенная методика, если ее соблюдать, проблем не будет. Если не соблюдать, то проблемы будут точно. Приведу один пример. Я закладываю в методику, что говорю, ребята, URL, пример просто приведу. URL. Все виды URL изучаются сразу. Никогда там обычно люди пишут представление, первый, второй, третий сайт, и так не знают ни URL, ничего. Разбираются по ходу. Только вопрос, чем думать? Сколько теряется энергии из-за мелочей? Есть всего там 3 вида URL, по сути дела, значит, выборка по ПК, дальше пространство имен, обычный, ну, в общем, мы все изучили. То есть, когда мы разрабатываем, мы же об этом думаем, а как же мы будем писать, что будем вкладывать, а что туда в шаблоне. То есть, вот это отбрасываем. Ну, и дальше там все я рассказал в курсе. Поэтому обращайте внимание на саму методику, потому что, опять же, что изучение Python, что изучение Django, это правильный подход. И тогда проблем не будет. И работа с документацией. Конечно, мы очень много работаем с документацией, практически всему научитесь. Все, давайте, все получится.